Привет, ребята, меня зовут Руслана, это моя собака Лёля. И сегодня мы снимаем покупки из зоомагазина. Ну что ж, давайте мы начнем. Первое, что мы купили, это наполнитель для Шустрика древесный. Тут 10 литров от фирмы Cat Litze. Ну или это какая-то другая фирма, или вот Pussy, я точно не знаю. Вот. Так, дальше это легкое говяжье для Лёли и Миши от фирмы Tidbit. Лёля его обожает, очень любит. Вот. Давайте дальше. Дальше это такие пеленки для детей, так как не было для животных в магазине, купили для детей. Вот, папа был в зоомагазине, в зоомагазине очень дорого, поэтому купили такие вот от фирмы Ханики. Вот. Давайте дальше. Дальше это две вот такие кофточки. Одна Лёли, одна Миша. Знаю, Миша такая не очень маленькая. Миша просто ее скушает, и все будет поплакаться, так как они недорогие. И последнее, что мы купили, это вот такой корм с фирмы Грандор. Это для Лёлика. Ну, вы знаете, кто смотрит мой канал давно, Лёля его ела раньше, и Миша его ест сейчас. И мы Лёлю опять решили перевести на этот корм. Вот, пробиотик, ну, то есть с пробиотиками. Это 4 вида мяса и... Браун, это, по-моему, коричневый рис, что ли, я точно не знаю, я вам не особо шарю. Я знаю, что я себя состав, но состав всегда хороший, то есть 60% высококачественного мяса, индейка, ягненок, утка, кролик и 40% растительные компоненты, жиры, масла, то есть отличный состав, просто вот обожаю этот корм, и Миша его любит, вот. Ну что ж, давайте я его распакую для вас и покажу, как он выглядит, какие гранулы. Вот здесь вот такие вот небольшие 4 вида мяса. Мне кажется, Лёля такой корм будет есть. Потому что ну, сейчас она вряд ли такой возьмет в рот. Вот видите, но это надо приручать. Вот. Ребята, это были все покупки из магазина. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если так, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока!